По-другому их никак не назовешь. Так, стоп, я еще что-нибудь вырублю. Так, все, я надеюсь, лаги прекратятся. Откуда лаги, вообще не понимаю. Может быть, я не понимаю, как эта игра может вообще лагать. Давайте, не знаю, графон что ли убавим. Качество эффектов. Теней, тени. Кстати, если на максимум поставлю, они вообще будут отсутствовать. Это будет круто. Качество текстур, качество теней. Ну, давайте среднее, не знаю. Ну... Или может это не от этого зависит? Нет, говняно как-то, давайте получше. Видимо, я что-то там врубил случайно. Ну ладно, бывает. Бывает, иногда что-нибудь включишь не то. Так, мы здесь не были. Ладно, валим отсюда, не хочу с этими чуваками находиться. А как тут выйти-то, если... Подожди, подожди, а где выход-то, ёпарасет-те? Ой, бляха-муха, ты чё, охренел, что ли? Ёп. А, вот. Капец, какому-то психу удалось сбежать. Ни хрена, он, походу, очень, очень сильный и очень худой. Раз сломал такую стену. И... Это, наверное, сантехник какой-то. Видите, тут трубы. Ой, бляха, муха, собака. Он сам меня испугался. Мне плевать, чуваки. Мне самое главное отмыть свои штаны. Ну, это не проблема. К черту это место, серьезно, к черту смерть уже далеко не возглавляет список всего плохого, что здесь может со мной случиться. Фу, просто. Я не хочу. Наверное, нельзя к ним пройти. Блин, батарейка вообще не к черту. Гоните батарейки. Мрази. Как тут сохраняться? Как я узнаю, я сохранился или нет? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. Можно ли тут сохраняться? Пожалуйста, объясните мне это. Открывай, стерва. Я не знаю, кто там. А, вот батарейка, да. Батарейка. Так, тут нельзя пройти. Б. Подожди, ты... Я здесь был же. Так ведь? Я же здесь... А-а-а! Понял. Блин, а там два этих чувака, которые хотят меня отыметь. Или что они там хотят со мной сделать? Ну ладно, я обязательно их отымею их первым. Ну ладно. Так, идем дальше в натуре. Блин, а, харе! Для тебя нет. Может, к ним обратно вернуться туда? Тут тоже закрыто. Идите по кровавому следу к выходу. Замуровали! Ой, что это? О, сохранение идет. Вот, да, по-любому батарейка здесь есть. Бери ты ее, просто ты. Ну, знатно я уже повеселился с этими тварями. Ну, уже очканул пару раз. Сюда не надо нам идти. Да, по следу надо идти. Чувак какой-то подозрительный. Ну, теперь мы знаем, что многие не ж... Читаем некие документы. Отец Мартин Арчимболд. Доктор Цейхнер дал мне вашу контактную информацию в связи с отменой художественной программы. Мой пациент Мартин Арчимболд показывает существенные успехи в ходе терапии благодаря рисованию пальцем всего чуть... Блин, собака. Благодаря рисованию... Талант прям рисования пальцем. Так, всего через неделю после отмены художественной программы... Художественной, ну вот как это называется, рисование пальцем. Тогда я вырисовываю у себя в носу, знаете, какие произведения искусств, когда мне, знаете, там скапливается что-нибудь, ну, неважно. Программа и его шизоаффективные утверждения о голосах высших сил серьезно усилились. Пожалуйста, разрешите человеку рисовать пальцем. Несколько долларов сэкономленных на красках тут же расходуются на дорогостоящий клозапин. Не вижу... Пресс...
Ну да, он тоже псих, как мы уже поняли. Тут все... Тут нет нормальных людей, кроме... Кроме меня и вот этих чуваков, которые тут валяются. Остается вопрос. Если закрыть с собой двери, это задержит ваших преследователей. Так, тут что-то мигало. Чё, нет, что ли? Так, а тут что? Фу, блин, он за решеткой. Или нет? Да, он за решеткой. Тут можно прятаться. Ну ладно. Темная магия. Мне плевать, чувак. Мне главное выбраться отсюда. Так, ну чё, погнали. Ой, чё это там такое? Ёб твою. Шкафчики я вижу, намек понял. Чувак, да я тебя порву, понял? Не подходи ко мне. Я все равно тебя расчленю. Да он же сейчас как псих выбежит, наверное, нет? Через него надо пройти, потому что... Веди себя тише. Понял. Понял, понял, понял. Все спокойно, ему что? Спокойно в натуре. Но по-любому там надо к нему зайти. Черт, у меня яйца свело. Я на самом деле шучу, но такое чувство. Он ближе за мной. Парень, не говори ему, где я. Потому что мы играем в прятки. Короче, мне надо идти в ту комнату, где был вот этот псих. По-любому. Либо в ту, либо в эту. Фу, ёва, а чё такая музыка-то стрёмная заиграла? Так, он здесь, ну ладно. Ну, мы поняли, что у нас есть право на один удар, я так понимаю, да? То есть они нас долбят, и мы можем еще убежать. Правильно, вали отсюда. Все, я надеюсь, он свалил. Надеюсь, да. Он кого-то там замесил, слышали? Так, а ты-то мне ничего не сделаешь? Гомони своего другана, или кто он тебе? Я веду себя тихо, чувак. Мне главное батарейка... Ой, да, вот там вот комнатка у тебя интересная какая-то. И давайте лучше откроем. Потому что я не хочу, чтобы кто-нибудь резко... Я открыл, а там кто-нибудь стоит. Ну все, я себе открыл путь. Самое главное вспомнить, куда бежать. А, бляха, муха! Почему музыка стрёмная не играет? Давай, блин, ёп. Чё ты делаешь-то? Я твою через жопу. Я не то нажал. Так, управление. А, колесо мыши. Чё это такое, блин? Геймпад мастер, что ли? Я-то думал, тут надо обернуться, типа. Включить камеру, бежать, пригнуться, поворот вправо. Капец вообще, поворот вправо. А тут, по-моему, я не знаю, может быть... А, вот. Опять эти чуваки. Вы гордые слишком, твари.
меня мало батареек. А у вас нет батареек? Мне сюда, что ли? Блин, мне к ним по-любому надо. А, подожди, не-не, сначала зайдем в ту комнатку. Ни хрена нельзя туда. А что там внизу, я не вижу. Может, меня уже кто-то там ползет за мной. Так, музыка нагнетает. Давай, я буду шуметь. Я буду говорить громко, чтобы не испугаться никакого скримера. Ребят, советую всем. Вижу окошечко пустое, скример. Не пугай меня. Но сюда тоже надо идти, наверное. Так. Сколько тут охранников? А, это открывает. Блин, с ноги вынеси ты, ёп. Ты, я не знаю, чё ты как баба. Бегает ото всех. Во-первых. Во-вторых... Опа, ни хрена, вот это здоровый чувак. Чё ты там записал? Не могу отделаться от Криса Уокера, уродливого верзилы, что любит отрывать людям голову. Слышу, как он бормочет о протоколе безопасности, политике сдерживания, что если проблема не в нем, что если он как раз пытается ее решить. Как, блин, паблик, как он, чё он там решает? Он пердит что-то там, я не знаю. Я лично ничего не мог разобрать. Так, чё за музыка? Что за музыка, блин, заиграл только что. Дайте мне сохранение, ребят. Скримеров не боюсь. Не боюсь скримеров. Я не... Выбраться через душевую. Оу, е, душевая. Ёпарсы. Чувак, прыгай вниз и беги отсюда в жопу. Чё ты, блин, делаешь? Тебя он там текс... Текстуры даже не прогрузились. Надо валить отсюда, ё-моё. Но они же меня там ждут, нет? Интересно, они меня побили бы, если бы я не спрятался. Батарейка. Чё, левая кнопка? А, чтобы открыть. И куда мне идти? Откуда я знаю, куда мне идти? Все двери открыты. Подожди, а вот что тут что? Ой, блях ты муха. Тут закрыто. Так, ля-ля-ля-ля-ля, я не боюсь скримеров. Так, спокойно, спокойно. Тут ничего не может быть, это, ой, фу, что это? Там, по-моему, вообще картинка говна нарисованная. Так, ну тут батареек, судя по всему, нету, да? К сожалению, да. Фу. Так, спокойно. Так, это не туда, это надо сюда. Штат Колорадо, дело, что-то настоящее подтверждено, что-то. Основной сопутствующей причиной смерти является следующая. Сердечная недостаточность. Это что, штат, место, населенный пункт, Рудольф Густав Верники, а этот чувак. Слушайте, а это, наверное, вот этот вот какой-то непонятный чувак. Так, спокойно. Тихо, тихо. Самое главное, не шуметь. Все, не надо, там все сломано. Все сломано. Дверь открыта. Я вроде бы ее закрыл, нет? Ну ладно.
Подожди, а... А чё она открывает? Чё? Чё? Опа. Ай, блин, давай, ёптовый, он уже перелез, по-моему. Он реально перелез, походу. Двери закрылись, какого фига? А чё мне? Бляха-муха! Быстрей! Ой-о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 й. Блин, ну это, по-моему, лучше, чем было бежать от него. Тем более... Ой, фу. Ну, что я могу сказать? Мерзко, мерзко. Чё ты смотришь, блин? Отходи, реально, давай уже. На тебе входной путь. А чё потемнело-то?